Нет, ну одно я все-таки спою. Первый каскад, взяв все это дело, операция, это наше подразделение, Петербург Запад, называлось каскад. Операция называлась каскад. Сейчас называется выпил уже давно. Говорит Чечня. Тогда за рубежом диверсионная разведка, никаких полицейских функций. Сугубо закордонная работа, да еще вас укрыл. Значит, и вот этот спецназ, собранный со всего Союза по нитке наш, идет у дворца Амина. А как все это начиналось? Вот так. Командует Толя Рябинин, уже, слава богу, лейтенант, замечательный человек. Там будет слово такое, парванист, это наплевать, все равно, они имеют значение, так, мягко говоря. Там без конца надо перебивать, надо жаргонизм вообще присутствует во всех афганских песнях. Мы там научились неплохо болтать на фарси, на базаре, особенно торгуюсь в магазинах там где-то. И эти слова не забывают на всю оставшую жизнь. Хотя специально не учились, как там с собой. Ну там порвани, значит, наплевать. Как вообще они там оказались в этом дворце? Выполнив задачу, взяв город Кабул, готовясь к отлету на родину, сюда в Балашиху, на объект. Радостно довольные, хотя были большие потери. Большие. И вдруг приходит такой приказ. А песня такая. Вот уже все давно ящик себе знали, отходную провели, самолета ждут. Только нам порвани снова не пускают, срочно нас во дворец в бобрых уведут. Во дворце нас поселили мрачные хоромы, где от холода нас не спасал камин. Ну а нам порвани стой с холодом знакомы, и к тому же помог с водкою Амин. С автоматом стоим 3:12, с президентом едим плов, манты, изюм. Ну а нам порванист, все хотят смеяться, во дворце ж как назло ни одной хану. Уникальные ковры топчем мы ногами, серебро и хрусталь прочно быт вошли. Ну а нам порванист, мы ковры метали дали, и смертельный огонь по мрамору вели. Перед сменой пьем, аж Рябинин злится, не дает стакана подержать в руке. Ну а нам, порванист, коль хотим напиться, можно водку разлить и в каменном мешке. Ну а если хотим мы повеселиться, кишмешовки попьем, лезем в Жигули. Нам тогда, порванист, нас автобус мчится, но пуштуну не совладать с наглостью Ильи. После трудных боев долго отдыхали, скоро мы из дворца ноги унесем. Нам теперь порванист, коли есть афгане, да деньги местные не конвертируем. Коли есть афгане, мы дубленками все ящики забьем. Лишь бы только в Москве нас не забывали, терпеливо приказ новый подождем. Нам теперь порванист, где бы не указали, мы любому главе бошку оторвем. Вот такие были песни.